мученикам Антонию Евстафию и Иоанну Веленским, литовским. Эти мученики за принятие святого крещения были подвержены многим пыткам и мучениям, а затем повешены на дубе. По их молитве получают исцеление страждущие болями ног. Молитва. Святи, мученицы Антония, Иоанне и Евстафия, призрите с небесного чертога на требующих вашей помощи и не отвергните прошений наших, но яко присни благодетели и ходатаи наши, молите Христа Бога, да человеколюбив и многомилостив сый, сохранит нас от всякого лютого обстояния, от труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобные брани, да не осудит нас грешных по беззакониям нашим, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от всещедрого Бога, но во славу святаго имени Его и в прославление крепкого вашего заступления. Да молитвами вашими даст нам Господи мир помыслов, от пагубных страстей воздержание и от всякие скверные удаления, и да укрепит во всем мире свою единую, святую, соборную и апостольскую церковь, юже стяжал еси честною своею кровью. Молитеся прилежно, святие мученицы, да благословит Христос Бог всю нашу державу, да утвердит во святей своей православней церкви живый дух правой веры и благочестия, да вся чада ея от суемудрия и суеверия освободившиеся, духом и истиной поклоняются Ему и о соблюдении Его заповедей усердно подчатся, да мы все в мире и благочестии поживем в настоящем веце и достигнем блаженной вечной жизни на небеси благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и держава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тропарь 1, глаз 4. Иже земных чести и славы отвергшися, добли и честни страдальцы веры ради, крепко и мужественно муки претерпесте, на смерть себе давше за живот всех владыку. Тем же и Христос преславно столпом облачным с небесе вас озари и почестные венцы от престола славы венча. Со ангелы тому предстояще молите спастися душам нашим. Тропарь 2, глаз 4. От корени неплодно, при блаженнии, возрастивши православные веры ветви, первомучеником те заименить явистися. Злаго бой нечестивого, князя ярости не убоястися, повелевающе Христа отрещися. Сего ради мученические венцы приемше, и со ангелы престолу владычню предстояще. О нас молитеся, при блажении православно чтущих святую память вашу. Святую память вашу.